Привет-привет! Сегодня такой солнечный денек, и я решила начать влог. На самом деле утро у нас началось уже давно, я уже переделала много дел, помыла посуду, подмела, помогла Костику немножко с уроками, постирала даже одну стирку. Сейчас буду включать вторую стирку. Решила перестирать все мягкие игрушки. Как раз погода такая хорошая, быстро все высохнет. Вообще я давно хочу избавиться от всех мягких игрушек, но дети мне не разрешают. Вот. И на самом деле есть такие игрушки, с которыми не хочется расставаться, как это память, еще даже с моего детства. Потом попозже вам покажу поподробнее, расскажу, что это за игрушки. Солнце так светит. Вот. И сегодня холодно, конечно, все равно на улице. Очень сильно у нас похолодало, в квартире очень-очень холодно. У нас обогреватель в каждой комнате стоит. И на улице вроде солнышко, но ветер холодный. Вообще прям сильно холодно. 10 градусов показывает сейчас. Вчера вообще градусов 5, наверное, было. Холодина, дожди наконец-то закончились. Не знаю, надолго или нет. Вот, и мы сегодня все-таки решили пойти в Фикс Прайс с Кириллом за горшочком для петуний. Так, в тот раз я так и не сходила, потому что дождь был, неохота далековато идти так. Вот, а сегодня решили все-таки сходить, потому что петунья очень сильно выросла, и нужно уже, конечно, ее пересадить. Вот, и как погодка наладится после Пасхи, наверное, тут неделя осталась, да, и уже буду выставлять ее на улицу. Я смотрела, у нас уже соседи выставили даже герань, внизу там живут под нами. Но я еще что-то боюсь выставлять. Не знаю, такая погода непредсказуемая. Вот. С утра уже помыла голову, сделала маску из зубного порошка. Вообще отбеливает классно и матирует кожу. Иногда делаю так прикольно. Вот. Намазалась кремом, скрабом. Сначала перед этим лицо почистила. Вот. Как-то вот так. Надо что-то еще испечь. Может быть, приготовлю что-нибудь перед выходными. Сегодня пятница у нас. Надеюсь, что в выходные будет хорошая погода. У нас самокаты муж привез детские с работы. Они у него на работе хранятся, потому что у нас места мало. И вот уже сколько дней мы не можем пойти покататься на самокатах. И я бы с удовольствием покаталась на Костином. У него такой, ну, для взрослых самокат. Тоже хочется прокатиться. Такие вот дела. Ждем выходных. Надо уже покупать к Пасхе. Сегодня с мужем разговаривали. Яйца надо купить там. Для куличей буду печь куличи сама. Надо понакупить ингредиенты недостающие. Вот. И уже с четверга, чистый четверг, когда я всегда начинаю готовиться в этот день к Пасхе, убирать квартиру, генералить, печку лечи, яйца красить. Вот. Всегда почему-то в чистый четверг, потому что потом, говорят, страстная пятница, и нельзя ничего делать. Вот. В общем, верим вот в такие вот приметы, или как это называется. Вот. Так что-то вот. Сейчас покажу вам игрушки и закину их стирать. Итак, вот такую гору игрушек пособирала по всему дому. Я уже от многих игрушек избавилась. Особенно вот у меня были такие большие, никому не нужны такие. Мышки были здоровые. Избавились от них. Вот остались такие вот самые-самые памятные для меня. Есть несколько игрушек. Например, вот это. Мне подарила ее тетя, когда мне было 10 лет. Вот тети уже нет в живых, к сожалению. А вот игрушка осталась на памяти. Я ни в коем случае от нее не избавлюсь никогда. Такая вот память. Что у нас тут еще есть памятное? Вот этот мишка тоже. Я была в лагере, когда мне было 13 лет, в летнем лагере. И у девочки выменила на губную помаду. Ей понравилась моя помада, и она просила меня подарить ей эту помаду. Я сказала, нет, только поменяю на что-нибудь. Вот она дала мне вот этого мишку, и мы с ней поменялись. И вот сколько лет прошло, я храню. Хорошая девчонка, вот, но, к сожалению, связаться с ней никак не могу. Везде искала ее в социальных сетях, а вот игрушка осталась
на память от нее с детства. Вот. Ну, тут вот такие вот прикольные тоже вот. Она раньше у нас в машине лежала. Такая. Что тут еще? Это детский котик и Левушка, Кирюша. Вот обезьянка. Вот это прикольное. Вот это детское. По-моему, год собаки или что-то был. Тоже уже такая поношенная, порватая, грязная. Ну, не разрешают выкидывать. Вот эта мышка тоже. Не знаю, откуда она взялась. Так, вот это подарили. Вот это тоже акулу подарили. Это Костин. Бычок ему подарили. Он в год быка родился. Клевый бык. Вот эту подушечку я люблю зайчиками. Ну, тоже уже зашитая здесь. И много-много лет уже. Я когда со своим мужем познакомилась, и у него уже была эта подушечка. И она теперь стала моей. Вот змея, это я покупала, когда была беременна Кириллом. Перед Новым годом. Год змеи был. Вот, купила тоже память. Вот эту игрушку мне муж подарил, когда мы познакомились, начали жить вместе. Вот он мне подарил вот эту собачку. Тоже. Еще магазин такой был, хобби-центр, по-моему, сейчас его нет уже. Там покупали, там такие дорогие игрушки. Зашли, выбирали. Вот. Так что такая вот память у меня. Напишите, есть ли у вас такие памятные игрушки, храните ли вы их, или вы вообще против этого. Вот. Как-то так. Сейчас закину стирать, все сразу, наверное, не влезут в машинку. В общем, наверное, на две стирки разделю. Итак, у меня дела идут полным ходом. Машинка стирает, сделала тесто на блины. У меня здесь на одно яйцо один стакан воды, я на воде делала, или молока, и один стакан муки, соль, сахар. Вот, сделала. Сейчас оно постоит немножко. И потом добавлю сюда 2 столовые ложки масла подсолнечного. Вот, почистила картошку, лук. Здесь у меня размораживается печень, сердечки. Это утиные с деревни привезли. Вот, и в микроволновку уже поставила. Сейчас буду включать. Свеклу буду запекать. Вот так вот в пакете. 10 минут и готово. Буду делать с майонезом, с чесноком. И пока настаивается мое тесто, сейчас включу свеклу и пойду с Костей учить правила по-английскому. Так что вот так вот. Немножко такой отдых у меня будет. Итак, уже у нас без 5:12. Я сделала все дела, которые я запланировала. Приготовила обед, пожарила блины. Сейчас достирывается вторая партия игрушек мягких. Первая уже сушится у меня. И сейчас мы будем обедать и потихоньку будем собираться. Костя в школу, а мы с Кириллом пойдем в фикс-прайс и заодно прогуляемся. Как все успеть? Нужно встать пораньше и ни в коем случае не включать с утра компьютер. Иначе вы ничего не сделаете, не успеете. Ну, мне осталось там, хотела еще сегодня почистить чайник, потом, когда придем, вечеру сделаю, уже это доделаю. Почищу чайник и полить цветы мне надо. И все. Я всегда стараюсь делать все дела до обеда, чтобы потом можно было уделить время и себе, и своим личным делам, также детям, в основном Кириллу. Нужно сейчас больше внимания заниматься. Пока Костя в школе, мы обычно с ним чем-то занимаемся. Вот. Так что ранний подъем все-таки это хорошо. Сейчас я встаю в 6, 6:30 бывает. Так что меня это вполне устраивает. Я ложусь спать, как обычно, бывает в 11-12. И хватает мне этого времени, чтобы выспаться. Так что вот так вот. Если будет еще что-то интересненькое, я для вас еще поснимаю. Оставайтесь со мной. Итак, мы ходили с Кириллом сейчас в фикс прайс. Накупили целый пакет, но об этом я сниму сейчас вам другое видео. Оно выйдет, наверное, следующее после вот этого влога. Погода хорошая, солнечная, но ветер холодный такой, неприятный. Мы пришли домой. Сейчас будем отдыхать. Я, может быть, позанимаюсь своими делами какими-то. Вот.
И, наверное, на этом закончу влог. Уже сегодня явно ничего интересного не будет. Будем сидеть дома. Так что спасибо, что были с нами этот день. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки мне в поддержку. Всем удачи. Пока-пока.